Все праздничные выходные сотрудники ГИБДД дежурили на дорогах нашего округа. За 4 дня было пресечено 96 нарушений правил дорожного движения, в том числе грубых. Так, 4 водителя не имели прав. Трое сели за руль, хотя ранее были лишены водительских прав. Выявлено 4 факта нарушения правил перевозки детей и 5 фактов непредоставления преимущества пешеходам. Попадались на дорогах и те, кто сел за руль после употребления спиртного. Сотрудниками Соликамского ГИБДД задержано 7 таких водителей. Нарушение 5 водителей составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения. Им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, в отношении 2 водителей собран материал, передан в органы дознания по признакам преступления, предусмотренным статьей 204 прим. 1. То есть эти 2 уже не первый раз садятся за руль пьяными. Если говорить об авариях, их за 4 дня было 6. Основным видом ДТП по-прежнему являются столкновения. В период с 7 по 10 мая 2022 года на территории Соликамского городского округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, из которых 5 – это столкновение транспортных средств и 1 – это наезд на стоящее транспортное средство. В результате дорожно-транспортных происшествий никто не пострадал, 12 транспортных средств получили механические повреждения. Утром 7 мая авария произошла на улице Северная возле дома 46. Водитель «Лады Весты» выезжал задом и допустил наезд на «Ладу» 14 модели. 7 мая в 17:20 на проезжей части по улице Октябрьская водитель «Лады Гранты» нарушил правила. На перекрестке не уступил дорогу водителю такой же «Лады». Произошло столкновение. Напоминаем, сообщить о неадекватном поведении водителей на дорогах нашего округа можно по телефонам полиции 02 или 102, а также по номерам отдела ГИБДД в Соликамске 757-20. 7 7 80 90.